можно вас спросить? Вы можете пару слов сказать, что вы думаете о безвизе? Круто, наверное. Наверное? Наверное, но сами знаю. Еще вы никаким пока образом еще никак не воспользовался. Не воспользовались, да? Но планируете? Планирую. А что вас останавливало до этого, вот эти 35 евро, стоимость визы, поездка в Киев или ближайший город? Все равно даже с безвизом дорого, как бы достаточно, поэтому даже с безвизом немногие смогут выехать. Но уже поехали, там уже несколько тысяч человек. Ну, может, будут побольше ездить, не знаю. Будут, да? Значит, вы пока не думаете, не планируете, да? Пока нет. Главное препятствие – деньги, да? Отсутствие денег. Главное препятствие – пока нет надобности, а дальше посмотрим. А, даже надобности нет, да? Пока нет. Извините. Удачи вам.